Владельцы предприятий перерабатывающей промышленности сегодня испытывают огромное давление. Они вынуждены повышать эффективность в целях снижения затрат при меньшем количестве штатных сотрудников, работая в исключительно сложных условиях с точки зрения правового регулирования. Проще говоря, их задача – сделать больше при меньших затратах. Это происходит на фоне того, что все больше опытных сотрудников предприятий достигают пенсионного возраста и уходят из отрасли, а новое поколение специалистов имеет принципиально иное представление о своей работе. Исследования показывают, что работники предприятий, как правило, тратят больше 20% своего времени на поиск и проверку информации об объекте. Они не уверены в том, что располагают нужной информацией на случай аварийных ситуаций, и испытывают сложности при сборе сведений, необходимых для проведения реконструкции и внесения модификаций. В течение 20 лет Hexagon PPM был надежным партнером для более чем 700 компаний по всему миру, помогая им успешно управлять информацией о жизненном цикле активов и сопутствующей документацией. Эти компании занимаются возведением, эксплуатацией и обслуживанием самых сложных, критически важных и дорогостоящих объектов, какие только существуют в мире. Среди них есть как отдельно взятые предприятия, так и транснациональные корпорации. Одна из ведущих мировых компаний химической отрасли недавно развернула наше решение в масштабах своего второго крупнейшего производственного комплекса в Европе. Это позволило повысить целостность, доступность и эффективность использования цифровых активов. А интеграция с системой SAP компании обеспечила повышенную целостность данных в масштабах всего предприятия. Южноафриканская энергетическая компания Eskom входит в двадцатку крупнейших электрогенерирующих компаний в мире и владеет большим количеством тепловых, атомных, а также гидро- и ветроэлектростанций. Компания развертывает наши технологии для повышения эффективности работы над проектами и выявления расхождений в данных на ранних этапах, что позволяет сократить объемы доработок, исправлений и задержек, обеспечивая качественный процесс ввода объектов в эксплуатацию. В процессе эксплуатации объекты, возведенные на основе существующих мощностей, используют высококачественные цифровые активы для обеспечения повышенной доступности и управления изменений, включая интеграцию с системами SAP компании. Если вы хотите узнать, какие преимущества может дать вашей компании цифровизация информации о жизненном цикле активов, свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации. А чтобы узнать о том, как другие компании использовали наши технологии для создания цифровых двойников объектов и управления ими, а также о преимуществах, которые дает такой подход, загрузите комплект бесплатных информационных материалов.